Здравствуйте, я Елена Подгорная. Моя дочь перешла в 4-й класс, то есть в школе изучала английский язык 2 года, но никаких результатов хороших я не видела. Поэтому мы решили этим летом обратиться к репетитору, так как ребенок не справлялся самостоятельно. Буквально за несколько месяцев я увидела значительный прогресс в знаниях моей дочери. В школе она не проявляла абсолютно никакого интереса к изучению языка, а буквально после первых же занятий у Виктории Евгеньевны она стала посещать занятия с удовольствием. Домашнее задание она делает самостоятельно, то есть мне не приходится ребенка заставлять. Ей нравится изучать язык, ей нравится делать домашнее задание. Она постоянно пытается мне что-то рассказывать на английском языке. Ну, буквально за несколько месяцев у Виктории Евгеньевны мы подтянули то, что проходили в школе 2 года, безрезультатно, скажем так.